С потеплением в Чувашии начинается ремонт дорог за долгую зиму. Дорожное полотно частично вышло из строя, особенно на основных магистралях. За прошлую неделю в Чебоксарах дорожники установили заплатки на 772 квадратных метрах дорог, израсходовав 92 тонны литого асфальта. Первоочередной задачей является устранение выбоин на аварийно опасных территориях. Работы проводятся более чем на 10 городских участках. За пределами Чебоксар также планируется улучшение дорожного сообщения. В 2018 году планируется начать строительство эстакады к мосту через Суру и завершить реконструкцию моста через реку Большой Цивиль. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства.